Здрасте, это я, Понгу Пуська. Сегодня я решил выпустить еще два видео, утренних и дневных. Ну, чтобы побыстрее росли подписчики. Я буду пускай много видео снимать, ничего страшного, я снимаю для себя. Ну и для вас, конечно, моя цель 31 подписчик, запомнили? Давайте, пока 10, тогда и начнет стрим. Так, открываем пиньяту, монетки. Ну, в принципе, так, и еще какие-то уровни к ромашке. О, блин. Так, теперь надо выйти сюда. Давайте проходить уровни дальше. Так, сегодняшний день, получили деньги. Так, 14 часов, 3:41 минута. 43 минуты. А, это я вообще... Так, далее у нас тут идут эти. Ну, давайте адвентуры. Опять адвентуры. Так, нам уже что-то открывается, но это хорошо. У нас все еще Египет. Гаргантюа, конечно, был самый жесткий противник по мне. Потому что он реально такой довольно... Да, в прошлой части победа над Гаргантюа была прям... Так, у нас сегодня нет Гаргантюа. Опа, вот и набор растений. 6 сегодня. Ну ладно. Так, этот возьмем, этот возьмем, это возьмем. И его возьмем. Картофельную мину только брать не будем. У нас сегодня зомби легкие, так что думаю, это. Но они сами появились, картофельные мины. Жалко, что музыка не как из первой части. Конечно, я ускорю. Так, вот тут еще поперли. Одно солнышко еще нужно. Блин, вот тут поперли эти. Тут еще же надо кого-то доустановить. Капустомет пускай будет. Немного получше будет. Это имба, имбой. Самое имбовое растение. А, блин, не туда истратил. Тут зомби Анубис просто. Падла. А, он сжигает, блин. Сейчас вас задавит обоих. Ну, падла, но он ставит тут могилы эти чертовы. Давай, убейте его уже. Его надо срочно убить, потому что вот эти вот факельщики вообще такие ужасные твари. Ничего, газонокосилочки имеются. А, блин, вот тут эти еще сволочи поганые. Сейчас мы вам тварь-то покажем. Где тут эти факельщики есть у нас? А, блин, он сжег, тихо, стреляйте по нему. Йоколомане. Вот и все.
кажись, нет. Нет, не все. Вот и все. Реклама чего? Быстрее эту фигню пропустить. Блин, всякие твари эти опять. Все взяли. Так, а это клей интересно. Так. Спадрон. И мне просто интересно, тут их куча этих разных. Рубли стоит даже. Ну, это какой-то идиотизм, по-моему. Кристаллы эти. Наконец-таки дают нормально нам, чтобы самим играли. Тут реально как неинтересно играть не самим. Сами не свои. Ставят, то есть, свои эти, как его сначала, как в третьей части. Да, я играл каждую третью часть, только у друга. Сразу говорю, не качайся, Г. Ты, конечно, фанаты аркад, не обижайтесь. Но та игра реально. Г. Ой, подперли. Боже, факельщик. Побыстрее надо в него стрелять, а то он это... Да ёкаламэне, вас сколько тут? Тихо, тихо, вот тут. Сумботрум эту. Где у нас вот эти факельщики? Так, заряжен факельщик. Ничего, будем их вот так гасить. Сразу всех тупо сняли. Сейчас у меня есть небольшой план, стратегия. Йоколомена, я думал, всех убили. Тут ничего страшного не будет. В принципе. Блин, я только хуже для...
Это пусть уже проходит. То много времени потеряли. Ладно, всем пока.